Через три дня буду дома, потом пойду в баню, сяду в горячую воду, потом сидим за столом, мама готовит долма. Ты любишь долма? Нет. Потому что у вас не умеют готовить долма. Дай 2 копейки. Сейчас. Алло? Да. А кто это говорит? Мимин, который кур грузил? Давай, давай. Знаете что, Мимин, катитесь-ка вы колбаской по Малой Спасской. Что, она еще дома? Слушай, она совсем с ума сошла?